Заправках. На ирландских заправках вы сначала заправляетесь, а потом идете расплачиваться. Но это только до 11 вечера. После 11 и до 6 утра вам нужно сделать предоплату сначала в кассе и потом заливаться, собственно, сумму, которую вы оплатили. Ну и как вы правильно догадались, сегодня у нас будет дорожная тема. Давайте поговорим о том, как ездить по Ирландии, как вести себя на дорогах, за рулем. Ну и там такие некоторые дельные, я надеюсь, советы автомобилистам. Ну и самый главный совет, конечно же, это едьте по левой стороне. Здесь движение левостороннее, праворульные машины, едьте по левой стороне. Это казалось бы очевидным, но на дороге, где вам не попадаются машины, не встречаются, вы очень легко выйдете на встречную полосу. Сколько раз ко мне навстречу выезжали машины, на арендованных машинах туристы катаются, поэтому... Едьте по левой стороне. Машины в аренду можно брать без проблем. Достаточно много прокатных контор в аэропорту, в обоих терминалах. Все наиболее такие, скажем, раскрученные, известные конторы прокатные есть. Машины берутся без проблем. И, в принципе, это, скажем так, достаточно доступно. То есть небольшую малолитражку можно взять в пределах там, 20-30 евро за сутки. Топливо, как вы уже видели, стоимость топлива достаточно высокая. Не самая высокая в Европе, но топливо дорогое у нас. Бензин сейчас у нас апрель 2018 года. Бензин стоит примерно 1 евро 35 центов. Дизель, соответственно, центов на 8-10 дешевле. То есть евро 26, евро 28 примерно стоит дизель. Стоимость указывается на заправках, стоимость указывается в евроцентах. То есть будет написано 125, например, точка там 8. То есть 125 центов и еще 8 десятых этих центов. Откуда эта точка 8, точка 9 появились? Вопрос достаточно сложный, но, скорее всего, это осталось еще с тех времен, когда, я помню еще эти времена, когда стоимость... топливо было меньше евро, то есть дизель стоил там 80 с чем-то центов. И тогда стоимость была, да, 82 цента и еще 9 десятых цента. Ну и когда уже перевалило за евро, то, наверное, так и оставили ценник. Мне кажется, такая логика, иначе я его, честно, не знаю. Если кто-то знает, напишите в комментариях, я с удовольствием хочу узнать, в чем здесь дело вообще на самом деле. Платные дороги в Ирландии называются toll. Они обозначены знаками. Но это дороги не так, как там, во Франции или в Италии, где вы платите за каждый километр. Здесь это небольшие участки платные. Просто они строились там с привлечением частных инвестиций. Вот, и поэтому такие компании частные, они поставили пункты сбора, скажем так. Они обозначены. И... сумма достаточно символическая, скажем так, в пределах там от полутора там до 3 евро за участок там в 30-40 километров и так далее. Собственно, подъезжая к дороге, ценник будет написан и также будет указано, в какую линию вам нужно ехать. Ни в коем случае не берите правую, самую правую линию, она для скоростных, у тех, кто, у кого есть транспортер, то есть этот электронный датчик считывания. Вам нужно подъезжать либо в левую, в самую крайнюю, там оплата идет с деньгами, либо по карточке. Либо, как вот я сейчас подъезжаю, я подъезжаю к кассиру, который, там сидит человек, который тоже вам даст сдачу. У меня просто нету без сдачи, поэтому я буду расплачиваться монеткой. Hello. Thank you. Thanks, bye.
собственно, вот. Плюс есть две полосы, которые, скажем так, полускоростные. Совсем-совсем скоростная – это правая. Она для электронных датчиков. Следующие от нее две полосы, они как бы полускоростные, там вам не даются чеки, там нет людей, там просто корзинка. Подъезжайте к корзинке и бросайте точную сумму денег туда. Сдачу вам никто не даст, то есть если, например, проезд стоит евро 90, вы кидаете 2-евровую монету, шлагбаум откроется, но без сдачи вы проезжаете. То есть вы экономите время, но, соответственно, не деньги. Если вы хотите получить сдачу, то вы едете либо к кассиру, как я сейчас подъехал, либо в левую, получается, крайнюю полосу, там как бы автомат стоит, кидаете, либо купюры можно засовывать, либо монетки кидаете, и он вам даст и сдачу, и чек. То есть выбираете ту полосу, то есть заранее определитесь, как вы будете платить наличными карточками, точной суммой, и уже от этого вы определяете ту полосу, в которую вы будете ехать. Дублинская кольцевая, кстати, тоже платная. Единственное, там нет шлагбаумов. Там электронный считыватель, и он считывает номера. Вам в вашей конторе должны будут рассказать, как это происходит, процедура оплаты, как у них происходит. То есть, либо это автоматически там с вашей карты потом они вычтут, либо, если нет, вам нужно это делать самостоятельно, то вам нужно будет при пересечении этого пункта в течение суток еще до 8 часов вечера следующего дня заехать там фактически на любую заправку и оплатить проезд вот этой Дублинской кольцевой. Она называется М50. Просто подходите на заправку, на кассу и спрашиваете, есть ли у них возможность оплатить М50. Там, can I pay M50 here? И все. Если они говорят нет, sorry, тогда ну на другую заправку зайдете. А если да, то понадобится номер машины и количество ваших, скажем так, поездок. Говорите номер машины и там один раз. Один проезд стоит 3.10. Потом с этими чеками вы просто приходите в рент-контору свою. Пункт оплаты на вот этой Дублинской кольцевой, на М50, находится между съездами на дорогу М3 и М4. М4 – это трасса на Голвей. Если вы этот пункт не проезжаете, то, соответственно, платить не нужно. Только если вы вот будете пересекать непосредственно конкретно этот пункт. Ну, вы увидите, там большие такие стенды стоят, они такого сиреневым цветом раскрашены, написано «Тол-тол-тол», камеры наверху висят. И это вот электронный считыватель по номерам. Собственно, откуда появилась вообще история с левосторонним движением? Ну, на этот счет достаточно много разных споров. В Ирландии это потому что, опять-таки, из-за Англии, потому что, когда Ирландия отделилась, уже движение было, скажем так, налажено, было английское движение, соответственно, его таким и оставили. Почему движение левостороннее в Англии, в Британии, во всех ее колониях бывших и во многих, кстати, островных государствах? Ну, версии, конечно же, много разных, и они спорные, но, тем не менее, я вам парочку версий своих, скажем так, расскажу. Опять-таки, все уходит во времена римского владения Англии. Римляне, когда захватили Англию, естественно, они перенесли туда свое движение. А ездили на колесницах, разъезжались по левой стороне. Просто так было, пошло от рыцарских турниров, когда на колесницах воины с мечом в правой руке должны были, чтобы сражаться удобнее было, а они разъезжались по левым сторонам, отсюда, собственно, и появилась левая сторона, скажем так, на дорогах. Еще одна история связана с уже более, скажем так, современными временами, уже когда в Лондоне появилось движение, кареты, лошади, то возничий, когда махал плетью и подгонял лошадей, чтобы не травмировать пешеходов, которые шли по тротуару, их сдвинули, кареты все сдвинули на левую сторону, подальше от тротуара, чтобы, если что, плеткой пешеходов не задевать. Это такие две основных версии, откуда появилось лево именно стороннее движение. Если, опять-таки, у вас есть версии, с удовольствием их выслушаю, пишите в комментариях. И я даже потом, если что, сделаю апдейт по этой теме. Дороги в Ирландии делятся на 4 категории.
Первая категория, высшая категория, это дороги класса М, Motorway, магистраль. На них ограничение 120 км в час. И именно на этих дорогах встречаются вот частные платные участки. Следующая категория – это дороги класса N, National, национальные. На них ограничение 100 км в час. И часто они бывают двухполосными. Но 120 там ограничений не будет. Следующая категория – это R, региональные. Roads, их просто так и называют, regional, да. На них ограничение 80, но иногда бывает и 100, если будет обочина, например, либо там какая-то разделительная полоса, бывает 100 км в час. Но чаще всего будет 80. Ну и следующая категория, низшая категория, это L, локальные, local roads. На них ограничение 50, 80 км в час. Но 80 очень сложно там даже попытаться сделать, потому что это вот полторы или там даже одна колея с кармашками для разъездов, скажем так. Это местные такие локальные дороги, которыми фермеры пользуются вот там с одного поля на другое переехать. В принципе, какую-то деревушку тоже по этой дороге можно доехать. На эти дороги лучше не соваться без опыта, потому что, ну, там кусты будете зеркалами, как говорится, сбивать. Но это в лучшем случае, если зеркала достаточно крепкие, так, скорее всего, зеркала потеряете. Да, если будете брать машину в аренду, обязательно берите полную страховку. Обезопасьте себя, просто снимите с себя эту проблему, забудьте о ней. Да, это там дополнительные 12-15 евро за сутки, но вы с себя полностью снимаете всю ответственность. Франшиза будет равна нулю. И при каком-то страховом случае вы просто, грубо говоря, оставляете ключи и спокойно уходите без каких-то там последствий, без какой-то либо ответственности. Это, конечно, не значит, что нужно на дорогах вести себя непонятно как. Вот. Ездить все равно нужно аккуратно. Но здесь и все ездят на таких взаимовежливом отношении, скажем так. Потому что в Ирландии очень высокая культура поведения на дорогах, вождения на дорогах. И все очень, так скажем, приятно друг к другу относятся. Никто не подрезает, там, никто не сигналит. Есть, да, есть, я уже слышал, местные начинают возмущаться. Есть, конечно, у нас не без идиотов на дороге, как и в любой стране. Но здесь таких единицы. В массе своей люди достаточно вежливо, культурно ездят. Поэтому вполне себе можно брать машину и кататься. И из-за того, что здесь, ну, скажем так, не все правила, они, будем говорить, очень такие жесткие. Хотя, не, правила есть, само собой, правила есть. И все ездят по правилам, стараются в большинстве своем. Но есть, например, такие правила... Точнее, нету правил, которые, например, есть там где-то у нас, такие правила бывают, да. В частности, например, я абсолютно не могу понять, почему это правило нельзя внести вот именно в правила жесткие. Здесь не обязательная езда с ближним светом во время дождя, например. Постоянно дождь, и люди без фар едут. Машина навстречу, вам едут без фар. Потому что это не прописано жестко в правилах. Здесь это на уровне рекомендации, скажем так, да, по радио там или по телевидению. Идет такая социальная реклама, что как бы давайте будем во время дождя ездить с ближним светом. Это обезопасит движение на дорогах. Ну так вы внесите это в правила жестко, и все будет хорошо. Поэтому, ну таких моментов есть, скажем так, несколько. И поэтому очень многое здесь, оно вот именно на таком взаимовежливом отношении друг к другу. И езда, собственно, такая. Здесь постоянно будет вам встречаться вот эта тема, что... Вот, поэтому здесь все на этом основано. Подъезжая к перекрестку там с равнозначными дорогами, это как бы на уровне шутки, байки, но как бы на таком перекрестке кто поедет первый? Поедет тот, кто первый махнул, или там самый наглый, самый, скажем так, смелый. Вроде как шутка, но в ней, в Ирландии, в этой шутке есть большая доля истины.
А, что еще? Навигация, да, навигация. Дороги ведь обновляются периодически, да и постоянно, я бы сказал. А в Ирландии очень много появляется трасс скоростных, поэтому карты обновляйте заранее. Местные все ездят, я считаю, это лучшие здесь карты, местные все ездят по гугловским картам. Вот, хотя я знаю, там многие туристы приезжали там с Maps.me, например, да, или с Sijic, Sijic какой-нибудь. И, в принципе, эти карты тоже работают. Но все местные ездят по гугловским картам. Для этого, конечно же, нужен интернет. Опять-таки, это здесь не проблема. Интернет прямо в аэропорту можно взять в телефонной какой-нибудь компании. Там прям и да, в обоих терминалах есть ларьки, где продаются местные сим-карты. Оптимальный, мне кажется, оптимальный вариант для туристов, для приезжих будет это компания 3, так и называется, просто тройка написано. Вот. У них есть план безлимитного интернета, там с каким-то там невменяемым количеством минут здесь звонить по месту за 20 евро. Все, вы вставляете симку себе в телефон, и у вас там на неделю, да на две недели вам 20 евро, интернет безграничный, безлимитный, все, что хотите, делайте. Ездите по картам от точки до точки, все будете видеть, как отели, где расположены, как, когда открываются рестораны, пабы и так далее, и так далее. Очень удобно, как бы, с интернетом на ходу. Поэтому здесь он абсолютно доступен. Во всех пабах, барах, ресторанах, отелях есть Wi-Fi. Он может быть запаролен где-то, да, но он бесплатный. Но, конечно же, его удобнее иметь у себя, как говорится, в девайсе, поэтому возьмите симку местную. Если вы здесь там больше, чем, скажем, на 2-3 дня, планируете много передвигаться, это будет просто вам гораздо удобнее. В крупных городах, типа вот Дублин, Голвей, Корк, в центре городов есть выделенные автобусные линии. На них, конечно же, заезжать нельзя, потому что штраф будет в районе 80 евро. В принципе, когда автобус начинается, собственно, об этом стоит знак, и на знаке ниже подписано время, в течение которого эта полоса является автобусной. Чаще всего это с 7 утра до 7 вечера. Вне этого времени вы по ней можете ездить без проблем. Но есть автобусные, которые являются автобусными в течение там суток. То есть они там написано просто будет 24 часа. То есть на нее вообще никогда нельзя заезжать. Вот это такой небольшой нюансик. Также в крупных городах, ну это во всех городах, во многих городах на перекрестках будут так называемые yellow box, желтые разлинованные перекрестки в местах, где пересекаются траектории движения разных там потоков. И чтобы вдруг не получилось так, чтобы на красном, если вдруг у вас загорелся красный, а вы на этом желтом стоите, перекрывая тем самым трафик. Поэтому на желтых вот этих вот полосах останавливаться нельзя. И еще такой один нюанс, который нетипичен, скажем, там для Европы, для Западной Европы, для Восточной Европы. Моргающий желтый свет. Во-первых, здесь не продублированы светофоры, то есть на перекрестках нет такого, чтобы там стоит знак главной дороги или знак уступи дорогу. Если светофор сломался, то все ездят вот на этом, да, вы уже в курсе. Есть некоторые светофоры, которые установлены на пешеходных переходах. У них после того, как загорелся красный и вы пропустили всех пешеходов, после этого начинает моргать желтый. Если в этот момент на пешеходном переходе людей нету, то вы на моргающий желтый можете начинать уже ехать, не дожидаясь, пока загорится зеленый, потому что он будет достаточно долго моргать, там несколько, ну, можно в пределах даже 10 секунд. Вот. Если же на моргающий желтый, а у пешеходов он тоже загорится моргающий желтый, если в этот момент на переходе находятся люди, то, естественно, как бы вы ждете уже такого зеленого света. Такой вот нюансик, я вот не помню, чтобы в каких-то странах еще такая фишка со светофором была бы. Мои законные 10 центов. Ну и напоследок расскажу про скоростные камеры, наверное, да. Они здесь, конечно же, есть. В городах их не так много. В том смысле, что здесь нету стационарных установленных скоростных камер.
все камеры, они мобильные, они передвижные. Под это делают такой, оборудуют небольшой мини-вейнчик, мини-бусик. И в этом мини-вейне сзади, как бы в грузовом отсеке, стоит вот эта камера и система этого всего слежения. И эту машину ставят на обочине и, собственно, вот это мерит вашу скорость, и потом приходит вам письмо на дом. Ну а соответственно, если вы взяли машину здесь в аренду, то это все придет в рент-контору, которая потом пришлет вам письмо, и с вашей кредитной карты штраф спишется. Насчет камер иногда предупреждают. Здесь тоже как бы есть эта система взаимовыручки на дорогах. В принципе, ирландцы будут моргать. Если моргают, то это не обязательно стоит камера. Не только по этому поводу моргают. Моргать могут еще и если просто что-то на дороге непонятное происходит. Например, за поворотом там стадо овец, например, да, либо там что-нибудь рассыпано, разбросано и так далее, так далее. Вам будут моргать, причем так очень часто, много раз, чтобы вы сбросили скорость, потому что там, ну, какая-то опасность, непредвиденная какая-то ситуация. Опять-таки говорю, это из-за вот, ну, из-за высокой такой культуры вождения, которая здесь в Ирландии есть. О, здравствуй, пробочка. Все возвращаются с работы, да? На сегодня это все. Надеюсь, вам понравилось, было полезное видео. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайки. И до следующих встреч. Всем слон. Хотя даже сегодня слон АБЛ, что значит счастливого пути.